Уже совсем скоро вы сможете посмотреть 16-серийный детектив под названием «Белая полоса». В нем главные роли сыграли Евгений Миллер, Анастасия Панина, Алена Новицкая, Виктория Фишер, Алексей Коряков. Времена изменений наступили для майора полиции Игоря Савина, когда он сталкивается с несколькими трудностями сразу. Уход любимой жены, острое ухудшение отношений с дочерью-подростком и новое назначение на должность начальника уголовного розыска. Его отдел оказывается в крайне тяжелом состоянии. Сослуживцы арестованы и отстранены от работы, а те, кого ему дают в качестве замены, не обладают необходимыми профессиональными навыками. Савину предстоит собрать новую команду, состоящую из зеленых и тех, кто отстранен по разным причинам. Его основная задача – превратить отдел в слаженную команду профессионалов, способных эффективно бороться с преступностью.